Говорят, муж певицы Валерии, он не просто артистку, генерал он от инфантерии и вообще большой патриот. Как продюсер он состоялся и не так дорожит своим местом, но за музыку плотно он взялся. Дирижирует нынче оркестр. Музыкантов собрал одним махом, вес его в мире том безусловен, а оркестр назвал то ли Бахом, Глюк ли, Лист или Бетховен. Не в названии дело, конечно. Суть вся в том, что на разных ивентах музыканты играют успешно на строительных инструментах. Дрель, стамеска, лопата-копалка. Как они звучат, это что-то. Как поет бетономешалка, когда в ней вращается кто-то. И в союзе творческом том, как в штрафной зоне Роналдо, грандиозно первым альтом виртуозно играет кувалда. Слышал я это мощное форте. Обосрался, а раньше так не было. Был разрыв там буквально аорты. Не метафора то, не гипербола. В общем, новое это искусство пострашнее любой артиллерии. Вот такие во мне вызвал чувства муж прекрасной певицы Валерии. Монетизация отсутствует. Работа канала Дед Архимед возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!